Всех приветствую на своем канале. Так, сегодня у нас 15 октября 2023 года. Ну вот, я на Т-25. Сейчас этот заглушил кашу. Кашу Атаву. Атава уже вон темная, желтая. Ну, кашу на подкормку. А может и все наш закатаю. Здесь совсем слабо, вот такая вот земляника. Вон здесь несколько мы подсеивали, видно полосами клевер. Ну и так вышло. Сейчас сгребу, посмотрю, может рулон будет, что оценить хочу. Хотя бы он до второго, до третьего поля скосить вот этот клевер. Может, он от косилки осыпется, где-то что-то прорастет, больше будет. Ну, кашу на Т-25. Вот так вышло. Получилось. Ну, такая средней паршивости, скажем так. Трава уже маленько полегшая, пожелтевшая. Ну, время 15 октября. И когда столько долго не было, не косили, я как-то там 5-го, по-моему, самое позднее там 10-го косил, и то и сезон был лучше, то есть отава была намного больше, и дожди, морозов так не было. Ну ничего страшного, ну вот он мой Т-25, на нем косил, он так маленько тяжеловато, разгони, надо разогнать ее, и потом он спокойно крутит. Крутит он вот такую косилку. Вирокс 1,65. То есть я хожу с ней летом, когда сильная жара. Бывает там на 10-м кругу останавливаюсь, перекурю и дальше косит. Хотел показать, что вот 15 октября, так скажем так, для истории, что так поздно по времени косил. Так, ладно, сейчас сложусь, покажу в сложенном состоянии его и поеду домой. Так, ну вот так вот сложил я косилку. Как ее? Руками, конечно, тяжеловато, когда навеска задрана. А я смотрел, то есть они ее пускают на землю. Предохранитель снимают, просто маленько отъезжает, она зад сама разворачивается. И потом уже чуть-чуть рукой регулирует под эту длинную тягу. То есть получается, они опускают ее, сдергивают предохранитель вот отсюда и отъезжают, и косилку начинает вот так разворачивать, и потом уже подгадывают под эту тягу, руками поправить и поставить, поднимать навеску, и все, поехали. Так что, ну, одному тяжеловато ее, она заданная получается. Ремни я вот за это все время на ней ни разу не менял. Может, это то, что Т-25 ом 15 года, сегодня за 8 лет, 8 лет она у меня, и косит она, ну, скажем так, минимум 30-50 гектар в сезон точно. Один год, нет, я каждый год косил отаву, там один год самая маленькая, там 10-15 гектар было, а так она каждый год косила. Ну все, ладно, поехал я до дома. Ладно, снимаешь кашу. Я покажу, какая трава.
Так, вот продолжаем мотать этот стенаж. Это у нас 10 рулонов сегодня. Вчера вечером, вернее, этот скосил. Сегодня тут слабец замотали. Сейчас вот обматываем. Чё по пленке? Ну, не сразу понял, нахуй, этот. Тянется, но очень-очень туго, тугая. Очень тугая. Сколько растяжки будет, я посчитаю и скажу, сколько рулонов с этой бобины 750-й замотали. Так что посмотрим, сколько будет. Но очень плохо. И получаются волны такие. Видно, то ли катанная. Но я не думаю, что это выдувная. Ну, хрен его знает. Пишут вроде выдувная. Но очень тугая. По сравнению с этой, что в Агроснабе в рамешках брал, да, намного лучше. Ну ладно, смотрим, что дальше будет.